Я в этом деле новичок. Хотела поменять картинку. Видать, не туда нажала, и у меня ролик исчез, уничтожился. Ну да ладно, запишу заново. Потери ВС Азербайджана на 20 октября. Показываю картинки. Какая техника. 23 боевых самолета, 16 вертолетов, 200 беспилотников семейного бизнеса Эрдогана, 4 тяжелых огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», 2 установки РСЗО «Смерч», 576 единиц бронетехники. Захвачены 12 единиц бронетехники. Потери в живой силе 6309 человек. Обращаюсь к президенту Турции и к президенту Азербайджана. Турция развязала Третью мировую войну на территории постсоветского пространства, воспользовавшись конфликтной ситуацией территориальной между Нагорным Карабахом Армении и Азербайджаном, и развязала эту грязную войну с применением боевой техники и применением международной террористических группировок на территории Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана. На вашей совести будут смерти простых жителей, стариков, детей, женщин и мужчин, которые воевали, оборонялись, воевали с вами и сбивали вашу боевую технику, людей ваших вооруженных до зубов. А на этом у меня все.